Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. И куришь-то все беспокойно, и тень под глазами лежит. Я все равно паду на той единственной гражданской. В эфире Барт Радио. Дорогие друзья, сцена Барт Радио на фестивале «Платформа» приветствует вас. Открытый фестиваль «Платформа» в 2020 году состоится в онлайн-пространстве. Сцена Барт Радио традиционно представляет авторскую песню на фестивале «Платформа». Смотрите круглосуточные трансляции на сайте фестиваля. Вся информация о том, что будет происходить, будет опубликовано на сайте, а также на наших страничках ВКонтакте и Фейсбуке. Вы встретитесь с артистами из разных городов и даже стран. Поучаствуете в посиделках, а также на нашей сцене будет происходить и конкурс фестиваля «Платформа». Обратите внимание, что заявки на участие в конкурс принимаются до 1 июля, то есть 30 июня – последний день подачи заявок на участие в конкурсе. Поторопитесь, пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день. Приходите на канал фестиваля «Платформа», нажимайте кнопку «Барт Радио» и будьте с нами. Смотрите нас и слушайте авторскую песню. Будем петь вместе. Будьте, пожалуйста, здоровы, и пусть ваше лето будет музыкальным. А Барт Радио всегда с вами. Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножичком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пусть, через нас. Я Муравьева Тамара Алексеевна. Более 50 лет занимаюсь и занималась музеем Валерия Грушина. Мы на месте, на Царевом кургане, на одном из самых посещаемых мест, как Валерия Грушина, как нами. Со мной вот Ирина Викторовна Цибушкина. Та, которая примет, Боже, сохрани, хоть бы не отказалась, а приняла работу и продолжила работу мою над музеем. Очень хочется вас пригласить на форум, который будет проводиться в дни фестиваля с 3 по 5 июля в этом году. Форум, пожалуйста, поучаствуйте и расскажите, какой у вас, ваш Грушинский,
мой Грушинский. Какой он? А он о Валерке. Для Валерки. По Валерке. Оглядываясь всю жизнь на Валерку. С первого по сегодняшний, несостоявшийся 47-й. Да-да, он в этом году не состоится. С того самого 1968 года, когда состоялся первый Грушинский, вот на Ширеевском овраге, напротив, в Жигулях. С первой традицией, с тем самым родством душ и необыкновенным человеческим общением. От Валерки и на всю оставшуюся жизнь. Так что мой Грушинский – это сплошной Грушинский. Грушинский – это моя жизнь. Грушинский, научивший меня помнить, слышать, видеть, понимать, любить, быть благодарным, выделил меня из всех, наделил и обеспечил мне необыкновенные встречи с необыкновенными людьми. Моя трезвая память многое помнит. У меня так много по жизни с Грушинским рассказов, историй, встреч произошло. И выделить особенное невозможно. Все у меня особенное и необыкновенное. Попробовала писать в своей книге. Если удастся ее издать уже не пилотным тиражом, а с дополнениями и вновь открывшимися сведениями, и тогда вы меня поймете, почему я такая немногословная сейчас с вами, со всеми. Низкий вам поклон всем-всем за память и верность нашему Грушинскому. И, пожалуйста, обязательно расскажите, не смолчите, чем и каким для вас является наш Грушинский. Жизнь состоит из судьбоносных встреч. О Грушинском фестивале я узнала в начале 90-х годов, посмотрев по телевизору фильм Игоря Верника. Недавно от Тамары Алексеевны Муравьевой услышала, что именно она знакомила Верника с историей и жизнью фестиваля. 20 лет назад судьбоносная встреча с семьей Чудиновских, благодаря которой в 2001 году за рулем своей машины махнула из Екатеринбурга на Грушинский. В салоне Валера и Саша Чудиновских, Дима Вагин, Геннадий Балахнин. Впечатлений тогда было море. Дружественный и очень интересный по творческому составу лагерь на поляне. Ночная гора, множество площадок, пеньки, зазеркалье, Кольский, Чайхана. Глаза разбегались, хотелось объять необъятное. Послушав, что поют и как исполняют, поставила на себе, как на авторе, крест. И на многие годы потом стала только слушателем. Особенно запомнилась эта прослушка на втором канале у Ландсберга. Я там целый день просидела, наблюдая за конкурсантами и за работой жюри. Поразила форма работы. Обсуждение было открытым. Это, по сути, был мастер-класс не только конкурсантам, но и тем, кто судит. На протяжении многих лет на Грушинском фестивале меня интересовала только песня. Главным образом это авторы. Я не уезжала с Мастрюковской поляны в 2008 году. Уходила от дрязг. Не участвовала в подковерных играх. Но мне было мучительно больно за талантливых, близких по духу авторов-исполнителей. Когда вершители судеб Грушинской горы, наигравшись, выбрасывали людей, как надоевших кукол. И вот опять судьбоносная встреча. Тамара Алексеевна Муравьева. Сейчас мне кажется, что половина жизни меня готовила вот именно к этой встрече, именно с этим человеком.
Более 50 лет она посвятила сохранению памяти о своем друге Валерии Грушине. Все годы занималась организацией фестиваля, тратя нервы, время и личные сбережения. Нас свела с ней написанная ей книга о Валерии и фестивале. Но ведь о ней самой можно писать. Ее рассказы – история Грушинского фестиваля. Ее поступки – совесть Грушинского фестиваля. Ее ошибки – проблемы Грушинского фестиваля. В экземпляре книги, подаренной мне Тамарой Алексеевной, написано: «Ириша, помоги. Не хочу участвовать в гибели фестиваля, ведь он еще может звучать по-грушински. Я обещала. Помогаю. И буду и дальше заниматься музеем, проектами Грушинского клуба и фестиваля. Только вот один в поле не воин. Да и Грушинский у каждого свой. Я, как и Тамара Алексеевна Муравьева, приглашаю вас принять участие в Грушинском форуме. Он пройдет с 3 по 5 июля на фестивальной платформе. К сожалению, в этом году в интернете. Нам отводится специальный канал. Вещать будем вместе с Бортрадио. Давайте писать историю вместе, реальную историю. Пожалуйста, посылайте в проект интернет-музея «Мой Грушинский» свои истории. Ради такого случая и спеть можно. По небушку, запрокинув голову, точно в хмелю. То, что было знамо где, то, что будет полноте, главное не сказано. Я тебя люблю. Годы, арифметика, жизнь шипы столетника, с виду неприступная, горькая на вкус. Раз другой поранишься, с гордостью намаешься, не простишь, покаешься, говори. Но, презрев сомнение, выступаю в прениях, а потом падение и души острог. Толки окаянные, хвори постоянные, учит жизни боженька, только все не впрок. Видится высокое, слышится далекое. Нет, что посмотрелось, так знать себе пою. А ведь рядом главное, милое желанное, это ты мой суженый, я тебя люблю. Давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».